А если говорить конкретно о суициде, то по данным судебных экспертов, в России число самоубийств среди молодежи за последние десятилетия выросло в 3 раза. Психологи утверждают, чаще всего это происходит весной. Потому что в этот период особенно заметен контраст между ярким расцветом природы и тусклостью внутреннего состояния. Причем в 41% случаев причины суицидов остаются неизвестными. Душевные болезни, домашние огорчения, поводом покончить жизнь самоубийством становятся в 18% случаев. А последнюю строчку 3% занимают денежные потери.